Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Наталья, мы сегодня к вам приехали со шпилевильными вопросами про вашего обаятельного, привлекательного, супер, потрясающе гениального мужа Романа. Как вы на это смотрите? Очень волнующе, я даже боюсь этих каверзных вопросов насчет шпилевили. Ладно, с высоты 10-летнего брака отвечу прям как на духу сегодня. Все нечестно. Да. Наташа, скажите, пожалуйста, существует ли шпилевили после свадьбы? Неоднократно и после свадьбы, и через 5 лет после свадьбы, а максимально это через 10 лет после свадьбы, когда ты уже понимаешь, что человек это твой, и какие-то такие, вот как у духов, раскрываются какие-то нотки, и ты в человеке, а тем более в мужчине, когда все мы знаем, что это может быть женщина, не особо краше становится с годами, с возрастом, а мужчина, не знаю, как другие, но мой, на мой взгляд, мужчина, Роман, он как-то с годами даже раскрылся и куда-то такое привлекательность привез, и даже в теме шпилевили особенно. Ромка, ты молодец! Наташенька, скажите, вот очень много девушек просто, ну, сегодня отвечали на наши вопросы, так вот, ну, потом посмотрите, да, вот вопросы наши понятны, да, стесняясь, смущаясь, но все говорили, что он очень любит борщ, и что вот этим самым борщом, как он признался, кстати, тоже, что он его любит, что его прям можно-таки было бы соблазнить, будь он не женат. Вы с этим согласны? Борщом? Нет. Мне кажется, не борщ. Моего Рому, я его настолько долго и хорошо знаю, мало кто знает, ну, не знаю, может быть, некоторые люди известно, что мы вместе еще со школы, то есть мы знакомы лет с 12, наверное. И за эти годы мы что только не пережили. Как говорится, и агония, и воду, и медные трубы. Поэтому я совершенно знаю, что у меня видный мужчина, успешный, красивый. Я осознаю, я объективно могу оценивать своего мужа. Но мне, наоборот, только радостно, если на него смотрят другие женщины. Поэтому я в себе уверена, может быть, и это еще имеет какое-то значение. Поэтому я никогда не ревную, очень доверяю супругу. Я рада, что он нравится другим женщинам. У меня вызывает гордость то, что он мой мужчина. И у меня нет никаких сомнений, что ни борщом, ни какими-то там супер-пупер шпилевили, не заманишь его, потому что у нас настоящая искренняя любовь уже больше 10 лет. Ромка, с днем рождения, люблю тебя. Наташенька, ну, я могу сказать вам абсолютно без всякой лести, что вы абсолютно очаровательны и потрясающие, и вряд ли ему вообще хочется смотреть не то, что там на борщи, на женщин. Вот, мы желаем вашему мужу огромного здоровья на долгие годы, а вам цвести рядом с ним, расцветать, много-много вам еще вот таких замечательных доченек, сыночков, шпилевильтесь на здоровье и приходите к нам на программу, участвуйте, расскажите свои секреты, спасибо. Спасибо огромное, хотелось бы пожелать вашим телезрителям, что шпилевили должно быть не только для здоровья, но и по большой любви, как у нас с Ромой. С днем рождения, дорогой! Спасибо! Спасибо вам большое!